Я только обучаюсь. Только начинаю. Могу попробовать что-нибудь сыграть, только строго не судите меня, пожалуйста. Да окей, без проблем. Проблем. Блять, я все забыл. Ну ничего, не переживай, мы тебя строго не осудим. Да, да. Да мы с учителем только начинаем заниматься. Он, конечно, ну, короче, он меня всему обучает, что сам знает, я пока только на начальной стадии. Ну, это как Брюс Ли и Ип Ман. Хочу достичь его уровня, он крутые вещи играет. Стремись, и ты добьешься лучшего. Главное в этой жизни стремление. Он играет крутые вещи, типа, знаешь... Гуляли, пацаны. Да нет, Марио, ебать. Такой, да? Марио, вот это кайф, вот это. Это вот когда в этот момент я усматриваю, блядь. И кайфово, да? Прикольно, круто, чувак, круто. Бля, что сегодня вечер гитаристов? Тихо. Одну секунду. Хорошо. Давай, ты играешь. Мы поем. Короче, до тебя было два, бля, беспонтовых гитариста. Давай на тебя посмотрим. Узнаю мелодию с трех нот. Давай, итальянец. На Кавказе есть гора. Самая высокая. Друзья, снова хочу порекомендовать вам канал моего друга под названием Джонни Бэк. На его канале исполняются авторские песни и также реакции на них в чат-рулетке. Под первым видео вы создали хорошую активность. Давайте поддержим его снова. Второй выпуск уже на канале. Переходим, ставим лайки, подписываемся. Цель 1000 подписчиков. Не забываем передавать привет от меня в комментариях. О, давай сыграй нам что-нибудь. Что сыграй? А что можете? Сразу скажу, что только начинаю играть, поэтому строго не судите. Мелодию сам сочинил. Играю. Играю с преподавателем. Угу. А это откуда? Не знаю, я сам ее сочинил. Прикольно. Ну вот, ну я пока так плоховато играю еще. Преподаватель у меня, конечно, хорошо играет. Все впереди. Да, у меня преподаватель вообще очень круто играет. Он одну мелодию вообще круто играет, я хочу научиться, как он. Да ну какой опытный. Да ну большой. Поняли, да, новичок. Да, вообще, да, так, на троечку. Вот это я понимаю, бля, красавчик вообще.
Ну-ка, давай что-нибудь бацай. Ой, я стесняюсь. Слушай, давай так. Я играю плохо, скажу сразу. Я сейчас сыграю, и тебе будет легче что-нибудь потом сыграть, потому что я действительно играю не очень. Хорошо, договорились? Ну, ладно. Я просто действительно недавно начал играть, занимаемся с учителем. Короче. Как-то так. Нет, ты молодец. Твоя очередь. Ну это так, это под свои песни самый простой. Я помню, а знаете песню Hozier, Take Me to Church? Да, конечно. Офигеть, просто! Ну, ты это молодец. Я месяц пока это... занимаюсь, вот у меня. Это офигеть, я в шоке просто, это очень классно. Спасибо, ты тоже неплохо играешь. Офигеть, просто у меня слов нет. Это очень классно. Прям вообще просто супер. Красивая. Нирвана, например. Smells Like Teen Spirit. Красавчик. Играет, ты что гонишь, играет. Просто прикинь, сидишь вот так вот, и базы тебе красиво сыграли. У меня... Красавчик, майор. Ну, это не такая уж и не так уж и сложно играть. Неделя. Я понял. Ты что умеешь?
Я чувствую себя раздавленным. Не надо себя так чувствовать. Ты просто тренируйся, больше играй. Я понимаю. А ты сколько учился? Много учился. Много. Больше, чем тебе лет. Да. Тренируйся, много играй. Ты обязательно... Мне 13. Да, я играю в 17. Вау, это очень классно. А ты где учился, в музыкалке или по Ютубу? Да, я 8 лет заканчивал, учился в музыкалке, потом уже дальше сам своим путем пошел. Ну, я вот думал в музыкалку пойти, не знаю, что посоветуешь. Я тебе посоветую так, в музыкалку тебе идти не обязательно, тренируйся сам, на Ютубе сейчас много всяких уроков. Вот, музыкалка, я тебе могу ответственно заявить, тебе не нужна. Если ты готов потратить много лет, при этом ходить параллельно на теорию музыки, всякие сольфеджи и так далее, это будет вторая школа твоя. Ну, я знаю, да. Если ты готов к этому, иди. Если не готов, если тебе нравится играть только на гитаре, ты больше ничего не хочешь, YouTube тебе в помощь, саморазвитие, куча профессиональных гитаристов, музыкантов, которые... выступают по всему миру, они, большинство из них самоучки. Хорошо, спасибо. Да не за что, дружище. Давай, пока-пока. Спасибо большое за просмотр. Давайте сделаем на этом видео 4000 лайков, и я сразу сяду делать новый ролик. Также спасибо за донаты от Амира и Александра Горловецкого. Александр, тебе прямо отдельное спасибо. Надеюсь, ролик тебе понравился. Поставь лайк, подпишись, напиши в комментариях, кто тебе из собеседников больше всего понравился. И пока.